Всем привет! Только что вот прошел вот эту замечательную игру Donald Duck Going Quackers. Ну что сказать, снова классика PlayStation 1 меня удивила, впечатлила, порадовала. Приятно провел пару вечеров за этой игрой. Игра представляет из себя платформер в стиле Crash Bandicoot. Вот, где вот мы вот так вот бегаем за Дональда Дака по платформам, прыгаем, вот, умираем, но не так часто, как в Crash Bandicoot. В общем, классная, яркая игра, для PlayStation 1 графика очень даже красивая, вот, радует глаз, мне, по крайней мере, порадовало, вот, было очень приятно, в некоторых местах челленджево, последний босс вообще мудак, жесткий, но я его прошел. Чего я вам рекомендую.